конечно, в жизни многое повидал. Но вот кто может вот додуматься, что это? Я вот поверни, Виталь. А на самом деле это очень серьезная противоугонная система. Если бы здесь еще смеситель торчал, это было бы. Виталь, покажи, как это работает. Это ставится вот так вот на руль. Давай, давай, дальше. Где? Где детали? А вот еще это сам на руль цепляется снизу. Ты видел, продажа. Прямо солнце. И с другой стороны замок ставится вон туда вот. Ну это, конечно, шикарно. Я восхищен. Давай еще раз. Повтори мои слова. Быстро вправо. Давай, крути. Давай еще раз. Повтори мои слова. Быстро вправо. Давай, крути. Не крутится. Давай еще раз. Повтори мои слова. Быстро вправо. Крути. Окей. Еще раз. Повтори мои слова. Быстро вправо. Идиот. Да ладно. Смотри, даже написано для таких вот. Право. Hold up. Wait a minute. Россия. Наши дорожники творят чудеса. Отмеченная коровья лепешка. Ну что, мы все о больших машинах, да, о больших. Ну, а вот какую пригнали машину. Мерседес, спорткупе, скорее всего, 63-й, компрессорный. Ну, есть, конечно, следы мелкого ДТП. Ну, вот, фары надо отполировать, забронировать. Диски бы по-хорошему покрасить. Ну, резина так еще пойдет, побегает. Электроника вроде работает, зеркала складываются. Вот, мультируль, приборы. Вот. А проблема, ну, высаживает аккумулятор. Ну, в общем, помыть, почистить, покрасить, и очень даже ничего аппарат. Сейчас подключим сканер, посмотрим ошибки. Ну и потом, наверное, поднимем на подъемнике. Доглянем, что там с подвеской. Ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. Te tengo un video. Te tengo un video. No te vayas. Hey, ¿dónde está el niño? ¿Hay alguien? No. Te tengo un video. No te vayas. Agárralo. Get him. He's going away. Hey, Junior. Subaru BRZ. Кайловеры, мелкий дорожный просвет. Фары просто пушка. Для взрослых большая игрушка. Кузов радует глаз. Японский культовый таз. Мотор лишь на 200 сил.
Он ждет, чтоб ты турбокит запилил. Каркас туда, кидай ручник и смекалку. На трассе мгновенно становится жарко.